Встречаем новый день вместе с телеканалом «Беларусь-4» Гомель. Наш эфир продолжает программа «Утренний фреш». Сегодня у нас гости заместитель директора санатория «Ружанский» Андрей Леонидович Королев. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро, Александр. Наша встреча достаточно ранняя. В связи с этим у меня вот вопрос. Какие из служб просыпаются раньше всех в санатории «Ружанский»? Конечно же, раньше всех просыпаются и приступают к работе. Это повара нашей столовой для того, чтобы приготовить замечательный завтрак всем гостям нашего санатория. Чем встречает санаторий и какова сегодня его главная концепция, главная идея? Наш санаторий встречает своих гостей хвойным лесом, свежим воздухом, пением птиц, покоем, доброжелательным отношением персонала, высоким уровнем сервиса. Ведь основная концепция санатория – это укрепление здоровья наших людей, поддержание иммунитета, снятие стресса, который неизбежен при нашем ритме жизни. Поэтому, учитывая то, что наш санаторий расположен вдалеке от мегаполисов, в уютном месте, где нет ни фабрик, ни заводов, на берегу потрясающего озера Паперня в Брестской области, мы находимся в хвойном массиве, называемом Ружанская пуща, это часть Беловежской пущи. Ну, даже если посмотреть на санаторий сверху, ну, вид просто впечатляет. Да, конечно, вид впечатляет. У нас санаторий состоит из 5 жилых корпусов, которые связаны между собой надземными переходами, поэтому наши гости себя комфортно чувствуют. В любое время года можно попасть во все, скажем так, места санатория, не снимая тапочек. Вот скажите, по вашим наблюдениям, к вам гости едут поправить здоровье или все-таки порелаксировать, получить заряд энергии от вековых сосен, от той природы, где расположился вот этот вот оазис отдыха и здоровья под названием Ружанский? Одно с другим абсолютно связаны. Не бывает поправить здоровье, да, без релаксации. Поэтому наш санаторий предлагает как комплекс медицинских услуг и процедур, также мы обладаем уникальным спа-комплексом с возможностью получить современные процедуры, такие как криосауна, спа-капсулы, различные виды массажа, флуатинг. То есть мы готовы удовлетворить самые изысканные пожелания для отдыха и релаксации всех наших гостей. Пожалуй, самые требовательные гости – это, наверное, детишки. И они тоже приезжают в ваш санаторий. Расскажите, что предлагается для самых маленьких посетителей? Да, для самых маленьких посетителей предлагается это аквапарк, где могут дети безопасно получить водные процедуры, ну и просто развлечься. Дети любят водные аттракционы, да, как мы знаем. Также у нас работает детская комната, оборудованная мягким инвентарем с воспитателем, где родители могут оставить своих детей на какое-то время и пойти спокойно получить процедуры, не беспокоясь о досуге своих детей. Сейчас у вас есть достаточно большое количество очень интересных предложений. Вот на апрель, май, начало лета. Расскажите немного об этих программах. Да, конечно. На сегодняшний день у нас действует программа «Майские каникулы». Что это за программа? При заказе путевки от 6 дней можно получить бесплатную услугу доставки питания в номер. Если заказываем путевку от 6 до 15 дней, то можно получить скидку 10% в дополнительной сезонной скидке, которая уже существует. И от 16 дней можно получить скидку 15% от действующей цены с учетом сезонной скидки. И плюс во все эти периоды по желанию можно получить питание в номер. То есть нужно будет ходить в столовую. Также у нас действует акция, продолжает действовать. В случае, если наши гости захотят остаться в санатории больше, чем на 2 недели, на оставшееся время, вот, на которое они хотят продлить, да, действует скидка 20%.
Ну, я думаю, что многих наших зрителей заинтересует вопрос. В нынешних условиях, когда везде объявляется и социальное дистанцирование, где можно, скажем так, куда можно уединиться, где можно скрыться от всех негативных внешних факторов? И, насколько я знаю, санаторий Ружанский также ведет активную работу в этом направлении. Да, конечно. Санаторий Ружанский – это будет идеальное место для дистанцирования от агрессивных факторов, которые нас окружают в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Во-первых, чистый воздух хвойного массива поможет преодолеть какие-то последствия. Также у нас есть отдельно стоящие коттеджи для любителей уединения, куда можно поселиться и там провести это время, переждать. Также я уже говорил про услуги доставки питания в номер, мы можем организовать. В санатории проведены все противоэпидемиологические меры, имеется достаточное количество дезинфицированных средств, обученный персонал, поэтому совершенно спокойно можно к нам приехать, не опасаясь за свое здоровье. Я еще слышал, что сейчас основной акцент в тех процедурах в комплексе услуг, которые предоставляет санаторий Ружанский, направлены также и на профилактику различных легочных заболеваний. Так ли это? Совершенно верно. Одним из профилей санатория, может быть, основным профилем деятельности является лечение заболеваний легочной системы, органов дыхания. Поэтому у нас есть как соляные комнаты, где можно подышать солью для профилактики различных заболеваний. Есть комплекс бань, где можно попариться, отдохнуть. Ну и, конечно же, квалифицированный персонал, который предложит вам лечение по данному профилю. Любой человек, который собирается на отдых, вот в частности в санатории Ружанский, наверное, заинтересуется вопросом, а чем же я там буду питаться? Рассказывайте, какую кухню предлагают ваши повара, которые, к слову, как мы уже сказали, раньше всех просыпаются? Да, мы предлагаем разнообразную кухню, блюда приготовлены из натуральных, экологически чистых продуктов. У нас действует заказное меню на сегодняшний день. Это означает, что человек сам выбирает, что ему покушать завтра, и его обслуживает официант. То есть мы уходим от питания по типу шведский стол, где большое скопление людей, на более индивидуальное обслуживание. Поэтому мы удовлетворим, наши повара удовлетворяют вкус самых изысканных гурманов приготовлением пищи. Также у нас можно выбирать меню для детей. Вот я хотел спросить, детское меню как? Да, детское меню от 2 лет нашими врачами-диетологами разработано по современным методикам, поэтому родители могут, не волнуясь, накормить ребенка в санатории. Те ваши гости, которые едут, ну, не столько за оздоровлением, сколько просто отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, ну, я уверен, что большинство из них не хотели бы прекращать те же самые фитнес- и кардионагрузки. Как обеспечен санаторий в этом направлении? Да, конечно, к нам можно приехать, у нас есть путевка, программа называется «СПА-выходные», когда человек может приехать на выходные, прекрасно провести времени, так как в санатории есть 2 бассейна. Один большой, 25 метров, где можно поплавать. Один мини-бассейн с теплой водой, с гейзерами. Также комплекс саун, бань, где можно прекрасно провести время. Если человек не хочет прекращать физические нагрузки, у нас есть тренажерный зал. Там есть силовые, кардиотренажеры. Поэтому милости просим. Где можно познакомиться с информацией, что же предлагает санаторий? Санаторий Ружанский представлен во всех социальных сетях на сегодняшний день. Это и ВКонтакте, и Фейсбук, Одноклассники. Есть вайбер-чаты, телеграм-канал, а также сайт в интернете sanruj.by, где подробная исчерпывающая информация. На нашем сайте вы можете забронировать путевку прямо на сайте. Онлайн-бронирование у нас сразу. Я думаю, что просто исчерпывающая информация для наших зрителей этим утром. Осталось только всем пожелать доброго утра и пригласить к вам в гости. Да, я бы хотел пожелать всем позитива, крепкого здоровья, побольше улыбок и приезжайте к нам в Ружанский. Спасибо вам огромное за то, что этим утром заглянули к нам в гости. Обязательно заедем. Всем же напомню, это программа «Утренний фреш». Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4». Наше утро продолжается.